шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета состоялось очередное заседание дискуссионного клуба. О том, какие темы обсуждались, смотрите в нашем следующем сюжете. Чем грозит цифровизация и какие у нее теневые стороны? На эти и другие вопросы ответили эксперты Казанского университета. Директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский, заведующая кафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики Елена Грабец и директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский. Поделились опасениями, у всех они примерно одинаковые, но сошлись на том, что все-таки цифровизация и цифра – это инструмент. И как и любое другое изделие, в умелых руках оно может делать хорошие вещи, но, собственно, в каких-то других руках может привести к каким-то бедам. Следует отметить, что вопросы цифровизации всего и вся особенно обострились в эпоху пандемии, когда весь мир практически перешел в онлайн. Все-таки надо понимать, что цифровизация и в период пандемии она поделила людей пополам, то есть после того, как все хорошо уляжется с коронавирусом, мир уже прежний не будет, потому что часть людей ушла в онлайн, обратно возвращаться она не особо хочет. Есть ряд других людей, которые, наоборот, соскучился по офлайну и будет принципиально хотеть вот именно очного контакта. И вот как эти две формации людей будут друг с другом взаимодействовать, это, конечно, вопрос. Полную версию дискуссионного клуба можно посмотреть на аккаунте телеканала «Универ ТВ» в YouTube. Диана Шеленкова, Виолетта Басова, «Универ Ньюс».